Всем привет! Сегодня будет коротенькое видео, утреннее, о моих растениях. В основном о тех, которые я посадила на весну, на лето. Рассады, короче. Ну, имбирь, наверное, немножко входит в них. Потому что с него я тоже надеюсь получить урожай. Может быть, в следующем году. Вот так, сдалека покажу. В общем, такая палка уже сантиметров 50. Да, здесь вот листики. Имбирь всегда выпускает один листик, в нем внутри развивается второй. Потом вот так вот листик этот открывается, выпадает новый листик. Теперь идем на балкон. Это мой огурчик, мой миленький огурчик. Пустил первый листик настоящий. В общем-то, надеюсь, что все с ним будет хорошо. Это у меня помидорки. Помидорки черри. Посадила на всякий случай 5 семечек, и все 5 семечек взошли. Вряд ли они смогут в одном вазоне все впятером расти. Посмотрим, если что, потом буду выбраковывать. Моя морковочка. Взошло всего 5, хотя я садила штук 12. Ну, вот это, например, тоже взошла и умерла. Ну, вот 5 таких стабильных растет. Туя моя, кстати, она не умерла. Она была вся рыжая, но сейчас вот весной она начала зеленеть, пускать даже новые побеги. И у меня даже есть надежда, что вот эти вот части тоже позеленеют, потому что она была рыжая просто вся. Не знаю, почему такое с ней случилось осенью. Боялась, что она уже так и погибнет, но нет. Она будет жить. Так, здесь в клетке я так и оставила некоторые маленькие вазончики. Вот здесь у меня посажен шпинат. Там взошли 2. Здесь уже шпинат ранее взошедший, хорошенький. Их тут тоже было 2. Один я только что скушала. 2 салата были примерно такого же размера. Я их тоже скушала. Они прекрасного вкуса, как и должен быть шпинат, как и должен быть салат. А это мой основной огород шпината. Вот, уже шпинатики такие хорошие, конечно. Хочется подрастить их больше, потому что растут они медленно, а скушать их можно очень быстро. Обидно. Ну и редиска. Пока урожая нет, пока я не вижу, чтобы там что-то росло вообще. Я даже не уверена, что вообще вырастет редиска. Но по крайней мере, трава выросла. Интересно, листья от редиски тоже можно есть? Если да, то я хотя бы листья редиски съем. Ну, как бы холодно ночами, и поэтому все не очень хорошо растет. Но сейчас уже май, и я думаю, что я повторю этот эксперимент на балконе с зеленью все-таки. Ну, а по поводу новостей, да, стреляют постоянно, все вернулось, как было неделю назад, стреляют у нас постоянно, но, как обычно, вдалеке. Пока на этом все, до вечера, вечером будет стрим на 9, так что до вечера.